Хей, йога, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием 3000 дуэлей. В прошлой серии мы победили стража канализации, вот этой всей херни. Теперь мы поднимаемся куда-то наверх в подземелье. У нас теперь такая есть палка, это копье, если что. И теперь мы будем ебашить все, что живое и неживое. Мне нравится, о, вот это. Вот эта херня опасная. Да, вы видите, теперь мне душ нужно много. Вот эти ядовитые пятнышки, они дамажат до хера, поэтому лучше не рискуйте. Лучше, здесь вообще лучше ни с кем не рисковать. Потому что с нашим ХП нас могут еще и убить запросто. Махи тоже опасная херня. Поэтому вы видите, я играю осторожно. Я не хочу вообще ни во что вылипать, попадать. Но если что, то был не обязательный босс. О, начинается. Адские карусели. Не рискуем. Может, Рили ХП увеличить? Наебёшь. Я не знаю, куда оно ведет, поэтому я лучше наверх поеду. Так, зеленый парфюм. Инвентарь. Зеленый парфюм. Зелье, в которое заключена сила яда. Если его выпить, это повысит эту точку к ядам на определенное время. А, так, стопай. У меня их 5, нихера себе. Ну, в принципе, я могу сразу это вкачать. Все. Или что лучше оставить? Там посмотрим, давайте. Пока что ставим. Это куда? Понял, идем обратно. Ну смотрите, в принципе уже на 3 хватает рывка. Норма.
Сюда, по идее, нужно бомбу притащить. Да-да-да-да, челик. Сейчас я к тебе подойду, подожди. Ну это проклятие, если не ошибаюсь. Ну, тоже, блин, лучше не рисковать лишний раз. Потом у нас будет еще одежда, по идее, с помощью которой я смогу по шипам ходить. А, это туш, это Шити. А, он кинул в меня нож? Он умирает и кидает ножи, которые дамажат просто невообразимо. Поверьте, это еще маленькие слизнячки с ядами. Ой-ой-ой, тихо, ты еще не умер. Снова, мне нужен полет. Такой полет мне не подойдет. Гладиус, новый предмет. Опять скип нажимаем. Так, Гладиус, Гладиус, Гладиус. Нихера ты даешь. Меч, который был популярен среди гладиаторов. И это изысканное оружие, разукрашено золотом. Обоюдоострый клинок позволяет легко наносить смертельные ранения. Так он еще и быстренький такой. Невероятно быстренький. Ой, бля. Это ваншот. Пожалуйста, можно ко мне? Пожалуйста. Я лучше буду получать урон, чем он меня убьет. Так, эти типы тоже опасны. Так, по идее, все. А я понял, найс. На, скорее всего, мне нужно было сразу поюзать. О, вот это типы тоже опасны. Во-первых, они очень хпшные. Очень хпшные. Из-за них еще так мало дают. Так, кольцо солнца.
Кольцо символизирует солнце, да, это оно все-таки. Это красивое кольцо, в котором вставлен красный самоцвет. Если вы надеть, немного повышает атаку. Найс. Еще хочу жить. Минус косарь и душ. Великолепно. Так, ладно, где мое снаряжение, копье? Пусть здесь урона поменьше, пусть. Вы можете менять оружие. А, это магия. Все, я понял. Ловушки, ловушки. Все, за мной теперь никто бежать не будет. Там ловушки, я, кажется, отключил, да? Тупые шарики. Да ладно, он постоянно будет? Да вы издеваетесь. Ну это херово на самом деле. Ха!
Так, давай сначала тебя убью, приятель. Так, амулет силы, амулет кислоты. Мне сейчас пиздец нужно. Ох, хе-хе, эх. Я помню, какие здесь будут враги, здесь будет этот. В смысле, каждый... Серьезно. Вот и все. Фу, я вышел. Ладно, я не хочу рисковать, я лучше сделаю так. Ху-ху-ху-ху, манать. Одно хп. Одно хп, ё-моё. А, сойдет. Ладненько, полетели. По идее, сейчас должен босс быть ледяной маг. Два удара в воздухе. Не, подожди. Главная башня. Она закрыта. Сейчас начнется жопоболь. С этим боссом? А, это не он. Я думал, это казненный рыцарь. Мах ледяной. Давай, приятель, голову. Ну... А, нихера.
Но я его просто так не смогу атаковать. Мне надо, чтобы он голову положил. Не помню. Что изменится? Короче, не рискуем. Серьезно. Мне нужно было всего лишь одну заряженную атаку ему сделать. GG. Ладно, сейчас тогда души соберу. Ну видите, проблема в чем? У меня хп нету. И как они меня дамажат. То есть с одной тычки он меня, ну, давайте так сказать. С двух тычек меня убивают. А что будет потом, когда враги будут уже намного сильнее? Ясно. Ладно. Лишний раз не рискуем тогда. Интересно, могу я, в принципе, по центру просто находиться, когда он бьет руками? Да и все. В принципе, по рукам я ему тоже так надамажить не могу сильно. У него только слабое место, это голова. Да он надоел! Опускайся давай. Манать. Он надоел мне. Хотя, слышите, а я сейчас попробую это сделать. Ну да. И так можно атаковать. Все, я понял.
рискую. Но видите, теперь кирпичи падают над ним. Прикольный чел. Давай, расскажи мне. Почему ты не... Он вообще не приземляется. Атакую, атакую, я не... О! Я могу рискнуть. Ладно, давайте я рискну. Ладно. Рискнул. Тупой страж. Удар. Новый уровень. Выносливость 56. ХП вообще не прокачано. Зиру. Блин, 3 рывка, ладно, есть у меня. Может дальше нахер качать? Думаю, 3 хватит, да? Так. Прикольно. Волчок, кто нас спас? Существо не принадлежит ни к людям, ни к монстрам. Зверь с острыми зубами. Эти зубы вопьются в твою шею и будут рвать твою плоть. Пусть тебе не смущает существо иной природы. Помни, дитя мое. Ну что, в принципе, думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!